решив приобрести собственное жилье, каждая семья сталкивается с такой проблемой. Она не знает, что выбрать, дом или квартиру. Есть варианты выбрать готовый дом, есть вариант купить участок и построить на нем собственный дом. Выбрать квартиру можно купить на новостройке, можно выбрать на вторичном рынке. Конечно же, для каждой семьи есть свои ценности, и они подбирают по своим потребностям более подходящий для себя вариант. Это наличие или отсутствие инфраструктуры, удаленность общественного, остановок общественного транспорта и так далее. Ключевые моменты при принятии решений. Что же все-таки выбрать, дом или квартиру? Основным является, на мой взгляд, такой фактор, как стоимость. Если рассматривать крупные города, такие как города-миллионники, то квартира в новострой приблизительно равна стоимости строительства своего собственного дома. При этом при строительстве дома вы получаете площадь значительно больше для своего личного обустройства. Рассмотрим на конкретном примере. Дом 116 метров квадратных при строительстве по каркасной технологии обойдется в 949 тысяч гривен. Плюс участок это приблизительно 394 тысячи гривен. Всего около 1 миллион 340 тысяч гривен. Для сравнения, однокомнатная квартира в Днепре 48,8 метров квадратных будет стоить 1 миллион 520 тысяч гривен. Следующий фактор – это планировки. В квартире новострой, так же, как и в частном доме, есть возможность обустроить внутреннюю планировку комнат так, как вы захотите. Единственная разница только в том, что в частном доме вы располагаете значительно большую площадь для того, чтобы подготовить для себя комфортные помещения, которые вы сможете использовать как гардероб, кабинет и так далее. Следующим фактором можно рассматривать такой фактор, как срок заселения. От заключения договора до полного вселения в дом либо квартиру. Если рассматривать квартиру в новострое, то очень часто люди приобретают квартиру на этапе строительства дома, поэтому срок до вселения может длиться года. А если попадется некачественный застройщик, то можно и не вселиться в дом вовсе. Если мы рассматриваем строительство частного дома, то, конечно, тоже нужно подходить к выбору подрядчика очень тщательно, потому что на рынке достаточно много компаний, которые ведут себя непорядочно. Но при этом, если вы нашли такую компанию, то четко прописываются сроки строительства дома в договоре. И при существующих современных методологиях строительства вы можете вселиться в дом уже через 3-4 месяца. Следующий фактор – это экология. Разве можно сравнить воздух за городом и воздух в городе? А что говорить уже о детях, которые могут целыми днями резвиться на улице? Следующим фактором можно рассмотреть такой фактор, как шумоизоляция. Представьте, вы живете в квартире, где у вас есть соседи, вы пользуетесь едиными пространствами, подъездами, у вас есть соседи, которые любят слушать музыку, есть соседи, которые постоянно делают ремонт, есть соседи, которые постоянно что-то роняют на пол. И при этом сравните другой вариант – жилье в частном доме, за городом. Вы при желании можете абстрахироваться от всех шумов. Но если вы захотите пошуметь, то на своем приусадебном участке вы сможете это сделать без проблем, никому абсолютно не мешая. Коммуникации. На сегодняшний день в частном доме есть возможность использовать всю современную технику, которая только существует. При этом рынок альтернативных источников энергии растет стремительным образом. В частном доме вы можете использовать современное оборудование, такое как тепловые насосы, для того, чтобы закрыть сразу несколько вопросов. Первое – это вентиляция, второе – это отопление, третье – это кондиционирование. Вы можете заменить поставщика электроэнергии на установку солнечных панелей у себя на доме и пользоваться собственными коммуникациями. При этом уровень расходов вы можете контролировать самостоятельно и не быть зависимым абсолютно ни от кого. Ну что ж, пришло время выбирать проект собственного дома. Обратитесь к команде наших профессионалов. Обратившись к нам, вы получите бесплатную консультацию с архитектором, с техническим специалистом, также сможете задать все интересующие вас вопросы. С удовольствием вам поможем.